ресторан La Cafe de Beauty, творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салманова де Мактум Сайфри. Заготовлюсь такой ужин, как в Париже. Вот такие вот дела. Сейчас приготовлю столик, принесу мой ужин и буду кушать. Так что вот. Спинку прямо. Спинку прямо. Сейчас я приду.
же иду. Ах, такая суперкрасотка. Такая суперкрасотка. В общем, гороховый супчик приготовила себе. С макарошками, немножко подсолнечного масла каролина, такие секретные ингредиенты, немножко виноградного уксуса, немножко соли, вот, и горчицы. И, конечно, чистая вода. Как жалко, я сейчас заснимала такое видео почти там, на 45 минут, понимаете, да, даже около часа рассказывала мои такие секреты покраски волос. Рассуждала на тему вообще покраска волос и вообще, знаете, вот мейкап как искусство. Представляете, мой этот волшебный ноутбук не записал это видео. Не знаю, сказать, что так это обидно. Можно сказать, что это вы, наверное, многое упустили. Секрет. Татьяна Салмановна делилась в этом видео своими секретами. Секретничала. Я такая, знаете, секретничала. А видео не записалось. А самое интересное, я так говорила, знаете, с такой страстью говорила. Повторить, вот так же, как я сказала, повторить не могу. Опять вот это вкладываться, вы поняли, вот это вот. Хочется, знаете, больше, Татьяна Салмановна. Давайте наслаждаться, больше давай к наслаждению. Так читала мою книжку, комменты делала и, в общем, на самом деле рассуждала. Покраска волос, и вообще мейкап, как искусство, вообще такие секреты. И, в общем, как-то вот так. А сейчас, конечно, уже этот ресторан, кафе, красоты до бьюти, сейчас, конечно, вот это вот. Ну так, моментами, наверное, я вам расскажу и сделаю такие шот-видео, потому что я не поняла, надо было тогда по 10 минут. Я бы сразу посмотрела, что он не записывает. Так осталось бы хотя бы по 10 минут эти видео. А так почти час, и, в общем, как-то вот так. Ну, Татьяна Салмановна потренировалась, ну, уже, ну, еще такое видео, понимаете, вот такие секреты, в общем, как-то. Таким, так я так вкусно и сладко это еще говорила. Ну, в общем, ладно, что. Возьмите волшебная палочка. Что, давайте тогда, красота. В общем, такие эти ингредиенты, такие волшебные ингредиенты. Ох, это волшебная палочка, ох, этот Париж, и всякие такие штучки, драгоценности. Теперь так, конечно, вот это вот. Ну да, сегодня волосы чуть подкрасила. Немножко корни волос. Вообще так это рассказывала под покраску. Нет, повторять я это уже не буду, потому что что-то как-то у меня это такого драйва. Знаете, вот это повторить еще раз, вот это вот на бис, да. Ну, в принципе, повторить еще раз на бис за дополнительную плату, понимаете, если бы если бы они сказали, вы знаете, вот это вот. Еще раз то, что вы сказали, это будет, понимаете, это, в общем, финансовая заинтересованность. Наверное, Татьяна Салмановна бы повторила, а что не повторить? Так что сейчас будут такие, вы поняли, да? Поскольку я обычно, знаете, у меня разные есть видео. У меня там от нескольких, там, не знаю, секунд до... 11, у меня самый большой код, 11-12 часов видео заснято. Вот, у меня такой большой диапазон. Поскольку так получилось, будут такие, знаете, вот это вот. Такой уикенд. В общем, я буду кушать супчик, вот это. Но уже буду делать, так скажем, поскольку там сейчас идет 10 минут. В общем, сейчас будет 10 минут.